прибыли вчера, сюда вчера вечером, место согласованное украинской стороной, рядом с границей Украины. Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации, но, к сожалению, у них очень сложная логистика. И вот только сейчас время приезда переносилось несколько раз в течение ночи. Но вот только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час. Соответственно, мы в 12 сядем за стол переговоров. Изменен маршрут, гарантированно же с нашей стороны была безопасность. Конечно, гарантированно. Я не могу комментировать. Наверное, у них были для этого какие-то основания. Я могу сказать, что поскольку каждый час продолжение конфликта, погибшие украинские граждане и погибшие украинские солдаты, то мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Эти договоренности должны, безусловно, быть в интересах обеих сторон. Уже говорят сегодня о составе украинской делегации, по крайней мере, в интернете, в открытых источниках, называется конкретно фамилии, что-то по этому говорить. Ну, я не уполномочен раскрывать состав украинской делегации. До момента, когда они сядут за стол переговоров, конечно, информация соответствующая она у нас есть, и это достаточно высокий уровень. Еще вопрос, коллеги?